Нам вот в школе ничего не давали, только фигню всякую или конфетку. Несколько штучек на день рождения кого-то из одноклассников. Один как-то морскую капусту товарищ принес. Ну, кто-то из родителей угостить нас, но мне что-то не зашло. А Дамиру постоянно то какие-то батончики, то яблочки, то еще что-нибудь. Уже не первый раз, регулярно дают. Вот уже вот это вот второй раз я вижу батончик, яблоко давали, булочки дают. Ну, я бы не сказала, что это шоколадка прям, Дамирчик. Дамир, я такую конфету когда-то ела. Она такого белого цвета и с орешками внутри, как нуга такая. Короче, сейчас посмотрим, что там. Вот такие пироги. Так что мы сейчас пойдем гулять. Сейчас Дамир съест свою конфету, шоколадку, батончик. Вообще, это батончик. Шоколадка, это когда оно большое, плитка. Ты ж знаешь. А это батончик. Я понимаю, ну хоть 350 раз учительница скажет, что это шоколадка. Блин, это батончик. Можешь ты мне тоже 250 раз еще тоже накинуть? Но это батончик. Шоколадка вот как Аленка, Милка мы покупаем. Разве ты не знаешь, как выглядит шоколадка? Ну вот и все, это батончик, тем более даже не шоколадный причем. Если это такой же, как я ела вот конфету, точно такую же, то, скорее всего, это такая вот беленькая нуга, и, ну, господи, и орешки. Так, значит, мы сейчас пьем с Дамиром чай, и, наверное, мы идем, переодеваемся и топаем на набережную, на прогулку, будем ходить, исследовать, бродить, дома все равно делать нечего. Сейчас 10:35, Володя приедет в 8:30, что делать? Пойдем гулять лучше.